Для того, чтобы сменить аккаунт, нам нужно сделать следующее. Опустить шторку вниз и нажать вот сюда значок аккаунтов. Теперь сменить аккаунт. У нас открываются аккаунты. Это занимает какое-то время. Пошел. Хорошо. Вот мы попали на наш аккаунт. Что мы можем здесь посмотреть? Мы можем посмотреть в этом аккаунте, посмотреть историю просмотров. Нажимаем вот сюда, вот в правом нижнем уголочке нажимаем библиотеку и смотрим, что мы здесь смотрели. Вот эта вот верхняя строчка, это то, что было просмотрено. Те ролики, которые мы смотрели. Далее, вот в истории мы можем посмотреть, что мы еще смотрели раньше. Вот они, ролики в YouTube. Чтобы вернуться назад, мы нажимаем в правом нижнем углу на телефоне. Также мы можем здесь посмотреть, перейти. Здесь у нас в строка то, что видеоролики, которые находятся на нашем аккаунте. Вот они все ролики здесь. Чтобы вернуться, опять мы нажимаем в нижнем углу телефона и возвращаемся сюда. Теперь смотрим, смотреть позже, какие ролики мы поставили в разряд, который мы будем смотреть позже. Вот открылось у нас, что мы будем смотреть позже. Вот это целая история роликов, которые мы хотим посмотреть позже. Далее, что мы можем еще посмотреть здесь? Мы можем посмотреть комментарии. Вот какие комментарии пришли нам за последнее время. Далее, подписки. Нажимаем вот сюда на подписки, смотрим, какие подписчики у нас имеются. Вот они, наши подписчики. Нажимаем «Все подписки». У нас выходит строка подписчиков. Вот они, наши подписчики. И мы смотрим. Вот Армен Кулинария, Катя Может, Оксана Миф, Бабушкина кухня, Игорь Гладников. Вот эти вот каналы у нас в подписке. И мы можем эту строчку просмотреть всю. Вот столько много подписок. Юлия Попова, Заварушка. Дальше. Что мы можем еще посмотреть? Что-то тоже мы можем посмотреть. То, что мы смотрим, то, что в тренде. Ролики, которые находятся в тренде. Вот эти ролики мы можем посмотреть. Трендовые ролики. Ну и вернуться на свою главную, на свой канал. Теперь, для того, чтобы нам посмотреть, можно создать плейлист. Вот он, здесь плейлисты у нас находятся. Мы нажимаем «Создать новый плейлист». И выбираем ролики, которые мы хотим отправить в новый плейлист. Ну вот, например, как вязать квадратный платок. Мы его отправляем в плейлист. Какой? Выбираем, какой плейлист мы запускаем. Новый плейлист. Пишем название. Вязание. Открытый доступ оставляем. Пишем «Создать». Все, у нас в новом плейлисте, который называется «Вязание», появился новый ролик. Вот, и дальше мы смотрим плейлисты, какие у нас есть. Вот плейлист «Понравившиеся». Мы смотрим здесь, какие нам понравились. Возвращаемся, смотрим, какие вообще у нас плейлисты есть. Вот плейлист «Алмата», плейлист «Бассейн», видео «Библия», «Восстановление после инсульта», «Выпечка хлеба», «Вязание». Вот только что созданный ролик. «Вязаные тапочки» ролик, «Кипертония», «Дни рождения», «Домоводство» и так дальше. Это ролики, которые... Не ролики, как они называются. Плейлисты, которые у нас уже есть.
Что мы можем еще посмотреть? Мы можем зайти в творческую студию. Нажимаем вот на эту красненькую звездочку и попадаем в свою студию. Вот, дежурный по кухне. Вот здесь вот в верхнем левом углу три полосочки, мы на них нажимаем и выбираем опять же. Можем зайти в аналитику, можем зайти в комментарии, плейлисты, видео и панель управления. Допустим, нам нужно сейчас зайти в аналитику. Вот мы смотрим, значит, мы находимся в аналитике. Что мы имеем? Здесь в верхней строке у нас имеется обзор. Здесь доходы, переходы, то есть с каких видео, роликов, с каких страниц совершаются переходы на ваш канал. Рекомендуемое видео, вот переходы, это 30%, поиск в YouTube 25%, разделы YouTube 20%, страницы канала 9% и другое. Вот эта статистика нам говорит о том, где вас ищут, откуда попадают на ваши ролики. Наша задача, чтобы в рекомендованное видео у нас процент был как можно больше. Ну и там уже поиск на YouTube тоже вот это. Хорошо. Ну, остальные уже как будет. Дальше смотрим. Самые популярные внешние источники. Ну, это YouTube. Затем Одноклассники, Яндекс, WhatsApp. Там уже совсем маленький процент. Теперь смотрим, какие поисковые вопросы ведут к вашему ролику. Вот в нашем случае самый большой процент поисковых запросов – плод своими руками. Вот, почти 4% запрос, кто ищет плод своими руками, вот к нам попадает. Далее вот поисковый запрос, как пожарить блины, тоже к нам попадает 1,6%. Сплав на плоту и как построить плод. В основном вот такие вот поисковые запросы ведут к нашему каналу, к данному. Видео, с которых чаще всего переходят на наши ролики. Оренбургский пуховый платок, шеф-нож вязаный. Но это все мои ролики. Получается, что с моих роликов на мои ролики переходят. Бывает так, что какой-то ролик смотрят, и с него много переходит с другого канала. Самые популярные плейлисты. Вот, самой большой популярностью пользуется плейлист восстановления после инсульта. 26%. Потом плод или как построить плод. Дальше микс. Как построить плод. Вязаные тапочки. И какой-то временный плейлист. Далее мы смотрим аудитория. Кто у нас смотрит? Мужчин 70%, женщин 30%. По возрасту мы смотрим. В нашем случае 55-64 года. 64% смотрят таких. Ну, молодежь смотрит очень мало. Страны, из которых смотрят: Казахстан, Россия, Украина. Субтитров у нас нет. И теперь интерактивные элементы. Количество кликов. Отношение количества кликов по подсказкам к общему числу показов. Вот, но самые популярные подсказки: Оренбургский пуховый платок. Всего 4. 4 в одном случае, 4 в другом случае. И плод одна. Подсказка самая популярная. А дальше здесь нет. Теперь по плейлистам смотрим. Просмотры плейлистов. 79 раз смотрели плейлисты. Просмотры через плейлисты. 159 роликов просмотрено через плейлист за последние 28 дней. Средняя длительность просмотра плейлиста 6 минут. В предыдущем периоде было 2,4 минуты. Самый популярный плейлист на данный момент — вязаные тапочки. Ну, за ним идет плод или как построить плод, затем домоводство и дальше уже совсем маленький процент прошел. Вот такую информацию мы можем посмотреть на нашем телефоне. Ну, теперь зайти в комментарии можно. Вот, кто нам что пишет, какие комментарии. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте свои подсказки, что мы можем еще увидеть в телефоне.